Бесоба меняет название. Шапогат. Именно так будет называться новый жилой комплекс на месте разрушенных многоэтажек. Запланировано строительство нового микрорайона по проекту карагандинского архитектора Каната Мусаева. На сегодняшний день в городском акимате выбирают подрядные компании, которые будут строить новое жилье. Учитывая старые ошибки, условия для застройщиков стали строже. Строительство новых домов в Бесабы в Караганде планируют начать в этом году. Напомним, что в апреле текущего года обрушилась часть дома в жилом комплексе Бесаба, принятого в эксплуатацию в июне 2009 года. Предлагаемое название – микрорайон Шапогат. Согласно проекту, новый жилой комплекс будет состоять из 4 9-этажных блок-секций. Здания должны быть построены из монолитных железобетонных конструкций на свайных фундаментах. Так недавно отметили на очередном собрании в городском акимате Караганды. И в первую очередь будут строиться те блок-секции, куда расселят бывших жителей комплекса. Остальная площадь будет отведена для реализации программы «Доступное жилье» и коммерческую застройку. В горакимате заверили, что комиссии из представителей городского акимата и маслихата, органов архитектурно-строительного контроля, управления ПЧС тщательно проанализировала рынок строительных услуг. Был изучен опыт, репутация и статус строительных компаний, после чего направлены проекты договоров на строительство нового жилого комплекса потенциально. Подрядчикам. Участвовать в данном проекте заявили желание 11 потенциальных подрядчиков, имеющих хороший опыт на рынке строительных услуг. Из них в ходе более детального рассмотрения ситуации 4 компании отказались от участия в проекте. Таким образом, на сегодняшний день подтвердили желание участвовать 7 организаций из разных городов Казахстана. После детальной проверки финансовой и технической состоятельности генеральный подрядчик должен сдать новый дом в эксплуатацию в декабре 2013 года.